Я крушащий все, разрушающий всех, уничтожающий кого-либо еще, зачем-нибудь, как-нибудь, каким-либо любым образом, но не всяким, а разным. Вот такой я... Здравствуйте, я строитель. Ну, вы наверняка догадались, потому что мои червячки в шляпах, в касках защитных, строительных. Ну что ж, как говорится, люблю строить, любим строить. Начнем, пожалуй, с... А, мой противник, знаете, кто он? Он шахтер. Противный шахтер, что же мне с ним делать-то? Думаю, я попробую его застроить, чтобы он тут не шалил мне тут. Как бы строить, шахтеры любят жить вот там, под землей, ну пусть они и поживут там. Ну, давайте-ка. Ай, ау! Ты что? Зачем меня закопал? Думаешь, хорош шахтер, то люблю под землей находиться. Хочу ящик. Ты думаешь, я люблю? Ну, допустим, люблю, да. Ты прав. Шахтеры копают. Хитро, но знаешь почему? Как можно копать хитро? Закопать нужно так хитро, чтобы потом тебя найти и взорвать из-под земли. Ой-ой, ядра летят. Это же точно пиратский корабль. Ну, точно. Нужно осторожнее быть. Тут, кстати, штука есть. Что это такое-то? Охо! Ну ладно, строители хоть и строители, но... любят все же и не только строить, но и разрушать, как вы догадались. Оу. Но строитель, как вы знаете, неумеха. Немножко. Бывает. Хе-хе-хе-хе. Ну ладно, ладно, на. Сейчас в любом случае все равно. Вот ты где, да? Ну что ж. Шахтеры, используй динамит в качестве... копания, понимаете? Как вы догадались, динамит используется для подрывов и копания местности. Можно, конечно, использовать. Можно не использовать, но лучше использовать. Но можно не использовать. Но лучше все же использовать. Ну, конечно, можно не использовать. О-хо-хо-хо. Думаешь, такой хитрый? Тычок. Видите, наш хитрый план дался. Эй! Любишь взрывы, значит, да? Вот, подорвался. Ну, взрывы не свои же, ты что ж? Ты это вообще что? Не следует наглеть. Что за чушь? Сундучок. Ты... А, хоть строители молодцы, видите, выбирают такие прочные места, чтобы находиться, не обрушить никаким шахтером наши все планы, как вы догадались. Ах вы, строители поганые. Ох, мы вас взорвем, ваши шахты пророем в вашем здании любом. Ого! Как ты думаешь, что у меня нашлось такое? Ну, я на самом деле пользоваться этим не стану. По крайней мере, сейчас. Ну, такая штука есть, смотри, какая. Ну, думаю, не поможет сейчас. Посмотрим, что мы можем с тобой сделать. Вижу совсем. Это, лепёшистый, да? Сейчас застрелим. О, тут огня нет. Да. Знаешь, опасно копать рядом с взрывчатыми веществами. Я это знаю. О, смотрите. Предупреждение видел? Вот. Теперь нам нужно думать, что с тобой делать. Закопать тебя. Не знаю точно, но... рискну.
Шахтеры-то знаете, какие подлые? Получил! Ага. Значит, вот оно как, ты тут собираешься собираться. Четыре здоровья у червячка. Ладно. Попробуем вышвырнуть тебя с нашего местечка. О, блин. Не получилось, да? Шахтеры-то прикованы к земле. Ой, смотри, камины. Какая глупость. А, точно, я вкопаю. Сейчас давай-ка хитрым образом. Ты ж меня закрыл? Застроил, как говоришь? Сейчас посмотрим, что как ты сможешь достать меня после такого. О, как много всякого появляется, гляди-ка. Никто из нас не находится на той стороне. Если бы находились, то было бы забавно. А теперь я буду рисковать. Как-то меткость не получается. Или получается, слушайте, повторите еще раз. Что? Ха-ха, урон-то получается. Ха-ха-ха-ха. Ух ты! Лечение! Для меня полезное. Да! Посмотрю, как бумеранг-то сработает сейчас на тебе. Ха-ха! А, утонул! Ты чё? Думал, столкнул. Ну ладно, не получилось. Ты чё тут вообще такое? А, закопал меня. Знаешь, почему плохо закапывание? А, конечно же, я понимаю. Но, знаешь, ты сам себе могилу вырыл. Выкопал. Потому что... Нет, конечно же, не сейчас. Такую чушь здесь использовать не стоит. Динамит, значит. Любишь. Любишь, не любишь, подойдется подорваться. Уж извини за это. Что? Я... Эх ты! Ну ладно. Самый главный прикол в том, что... Что? Ладно, погодите-ка. Что-то здесь хитрое. Что-то тут очень глупое. Ага! Тебя здесь так мало. Рискнем. Ой, погодите-ка. Тыщ! Ах, ты строитель, да? Как бы знаешь, в чем прикол сейчас будет? Что за... Я вцелился прям в тебя! А, ну и попал в тебя. Ну? Ты? И еще раз могу повторить, знаешь, что тебе смогу сказать я? Ты же говоришь, строитель мы, да хотя бы мы строим, но чтобы что-то построить, нужно что-то разрушить. Ты ведь знаешь это? В ящике такое выпало, откуда? Извини. О, какой же ты везучий. Ха-ха, нет. Вовсе нет. Ты... Ну-ка, дружочек. Сейчас... Там находится... Какой факел? Ну да, точно, мой факел копатель. Ах... Ты, значит, вот какой ты. Я прям не знаю, что с тобой сделать. А-а-а, знаю. Надеюсь, сработает хитро.
Да, овечка взрывная, используем в шахтах. В шахтах, ты понимаешь? Потому что я шахтер. Да. Как видишь, проиграть невозможно. Говоришь, невозможно. Знаешь, в чем прикол? Я люблю делать что? Ящики у меня есть, тут куча всяких. Всякое есть. Ах! Нормально? Нормально. Как видишь, мне повезло. А тебе, наверное, нет. Знаешь, повезло мне. Это тебе не повезло. Слушайте, я так не могу определить, кому не повезло, кому повезло-то. Зло не повезло. Послушайте, какое зло? Ладно, не важно, что ты хочешь от меня. В общем, ты меня застроил. Смотри-ка, у меня твоя шапка строителя. Хи-хи-хи. Посмотрим, как ты справишься с тем, что я тебя застрою. Ну, правильно застроить, я знаю. Мы тут строим тоже иногда в шахтах своих. Ты что, ты думал, самый умный, что ли? Ха-ха. Ха-ха. Сейчас разберемся с тобой. Думал, что у меня все. И все, больше ничего нет. Давай-ка сделаем это. Эх ты! Что же делать-то теперь? Кажется, у нас есть зверь, а? Нет, не зверь. Слушайте, что за песня какая-то получается? Хе-хе, смешно. Главное, чтобы мина сейчас на меня не телепортировалась. Ладно, шахтер спасается. Хитробоким образом. Хе-хе-хе, думал просто все. Знаешь, ты не догадываешься, что у меня есть. У меня есть еще. Неожиданно. Надеюсь, это тебя забьет. Ах, да. Ты. Ты где же ты? Хе-хе-хе. Ты дыщ. Что? Что? Упс. Ах, бурить на сил не хватило. Шахтеры знают, как правильно копать. Догадайся. Догадайся, кто умнее. Хе-хе-хе. Но как же? Тебе, я как вижу, не совсем повезло. Сейчас тебя бахнешься. Совершенно сильно. Но недостаточно сильно. Эх ты. Ну, недостаточно сильно. Шахтер. Посмотрим. Будем биться твоими методами. Закопаюсь я под землю. И сейчас пойду к тебе. Я надеюсь, получится сможет это. Хе-хе, конечно же нет. Конечно же нет, смотрите-ка. Думал, у тебя не хватило, у меня, наверное, тоже не хватит бункера длины. Но я попробую. Я попробую и сделаю путь к тебе, хитрый. Думал так просто. Как видишь, что такой урон маленький? Потому что мы стояли в шлеме, понял? У меня тоже есть шлем. Мы иногда тоже. Ядро тебе не поможет, я знаю твое оно. Сейчас пособерем. О нет, все, больше нечего собирать. Ладненько, что у нас еще есть? Ничего. Жаль. Как же мне выкарабкаться из такой ситуации? Удачная, блин, ситуация. Ветер подул хороший, чтобы лететь. Но не здесь. Поэтому... Путь расчищу для себя. Чтобы идти к тебе быстрей. Да ты чё такой наглей?
Ладно. Ладно. Не переживай насчет этого. Сейчас тебя все достанут. Знаешь как? Знаешь. О, зря ты копал путь. Тебе наверняка не судит. Не сулит дорога к тебе туда, понимаешь? Не докарабкиваешься до туда ты. Взлетай! А я пойду обратно в свой бункерок. Тх-ты-дыщ, и все тебе конец. Шахтер подлый. Сейчас мы посмотрим, кто он круче. Строитель или шахтер? Шахтер, конечно, дурак что ли ты? Строители должны знать, какие туннели под домом копают шахтеры подлые. Сейчас мы откроем для тебя дорогу в ад какой-нибудь, может быть, может нет. Че ты такой хитрый шахтерок? В смысле, я шахтерок, извините. Ну что ж, рискнем еще раз. Значит, решил бойню устроить. Вот тут вот, да, над обрывом у ослика, что ли? Нет. Не выйдет, я знаю. Я знаю. Ну что ж. Какой там обычно план бывает? Копательная бомба? Такой нет. Но у нас есть, думаю, то, что может помочь мне докопаться. До истины, может быть. Не в ту сторону. А я знаю, как тебя победить. Сейчас. Упс. Подожди. Итак, взгляни-ка, взгляни. Копателей нет, ничего нет. Но вот я знаю, что тебе поможет. Вот тебе, держи подарочек. Думаешь, для тебя я стараюсь? Да-да-да, для тебя стараюсь. Давай, забирайся. Что за чушь-то падает? Бред какой. Для меня стараешься, хитробокий гад. Сейчас придем к тебе. А то как-то опасно, но вот хитрить хотел, да? Сейчас будет все. Мой хитрый план, я знаю, какой он. Ах, ты хитробокий какой, да, значит? Думал, просто так все. Знаешь, мины могут работать с обоих сторон. По-моему, ты уже наверняка догадываешься об этом, нет? Не догадываешься? Сейчас проверим, работают ли мины с этой стороны. Ох, ты хитробокий, действительно. Но в обмен на это я поставлю мину так же. Чтобы ты подорвался. А стоп, может мне это не поможет. Может не поможет, я поспрятаюсь, поэтому не успел. Эх ты. Да, да-да-да. Вот-вот, ты понял, что это тебе конец, да? Yes. Ты не совсем правильно поступил. А то есть как я... А, веревочка, ну да. Сейчас. Отдем и уходим. Что за... Ты что? А не вопрос, кто круче, шахтер или строитель? Никто не ответит, извините, они все погибли. Ну, видимо, идиоты. Все. А я, комментатор, ухожу. До встречи в следующей битве. Здравствуйте! Я, как вы знаете, чемодан. Какой чемодан? Ты чё, дурной что ли? Я чемодан, смотрите, в паспорте так написано. Чемодан убийца. Ну, в смысле, какой убийца? Ну, конечно, не убийца, вы шутите. Это я пошутил. Итак, что у нас сегодня, вы спросите? Сегодня я сражаюсь против... Как тебя зовут? Капуста. В паспорте написано? Нет, это я шучу. Да что же это такое-то? Сейчас ты посмотришь, как своими шутками. Так, где? Что?
немножко я, слишком быстро, в смысле, слишком долго. Ха, долго-недолго, но все равно. Куволда, тыщ ты. Нечего на самолетах летать. Ха-ха. А, вот оно что. Так как тебя зовут-то? Не скажу. Да ты что достал уже? Сколько уже тут? Я знаю, никто не говорит уже. Ты почему? Отвечай быстро. Буду отвечать медленно. Ну, и так. Ну, хватит шутить. Ты догадался, я шутник. Ох ты, действительно. Правда, что ли? Нет, шутка. Да блин, да ну что ж такое-то? То есть настоящий шутник, да? Да шутник, ладно. Да, действительно. Опа-ба. Вот ты какой, да? Ах, умеешь ты делать так, чтобы все потом упали. Это была шутка, неудачная шутка, на мой взгляд. Это не была шутка. Что? Что происходит? Что за чушь? Ох уж этот... Небеса, в небесах сражаться сложно, да. Что за чушь? Ха, здесь чуши нет, смотри-ка. Ну, если я правильно помню, ты стоишь на той бочке. Это правда? Это оказалось правда. Я вас вижу вот так, хе-хе-хе-хе. А теперь я хожу. По сути, тот раз ты стрелял, да? Да, слушай, я пошутил и говорил, как ты. Ты что, дурной что ли? Вообще что ли, дурак совсем что ли? Ты чё вообще? Ну ладно. Сдаваться не собираемся, шутник. У тебя куча всякого мусора, давайте мы уничтожим и аптечку, и все, что у тебя там в наличии. Чемодан не просто так мстит, он мстит не просто так. Мстит по-самому. И еще мину по голове. Как видишь, чемодан умнее, чем какой-то там весельчак, шутник, или как там тебя звать. Это что, дым кончится. Ох, черт, какая чушь. Чушь, не чушь, но... В любом случае, сейчас я выберусь на открытое пространство. Хе-хе. И могу сказать еще хе-хе в конце. Не обязательно, конечно, но... Ну что, давайте всех в кучу, что ли? Чтобы смешно получилось. Всех в кучу! Не люблю я, когда так шутишь. Да что же это за чушь такая-то? Так. Сейчас разберемся. Какая разница, ты там или не тут, но в любом случае ты есть здесь. Поэтому сейчас я гранату прям не брошу, а положу на тебя. Ну, попробую сейчас, потому что не всегда что-то выходит. Ну уже. Ладно, попробуем бросить просто. Ну, накатится в тебя все равно. Или там я. Какая разница, все во всех. Ха-ха. Ты подумал, что там у тебя винегрет? Это шутка снова, да? Наконец-то пропал туман. Теперь можно шутить о том, что... Что это сделал ты? Ха-ха. Что? Что за шутка дурацкая? Знаешь, тут это куча аптечек. Мне тут это сделали специально. Аптечка, как видишь, никакие твои мины не помогут. Взамен света ты получишь. О, не получишь, извини-ка. Замечаю. Оу. Подрыв. Полнейший, заметь. Даже я не ранеюсь никаким хитрым образом. Смотрите, смотрите. Что тут смотреть-то на тебя?
вижу, мало здоровья возникает. В смысле, возникло, в смысле, уже. Чё ты меня путаешь? Выстрел! Видишь, минус один человечек. Человечек, слушайте, ах, ты еще на верхушке. Забыл про это я, слегка. Убить не смогу. А, там же мой червячонок. Ну ладно. Посмотрим, как сможем мы сделать хитрым. А, хитрым не получается. Ладно, как там у тебя дела? Думаешь, все нормально? Все смешнее, чем ты можешь подумать. Потому что я... Ну, как говорится, во-первых, наверное, тебе стоит это бабахнуть. Гранаты я метко кидаю. Всегда в них я все попадаю. Бабах, что подрываешь? Строитель, шахтер, что ли? Или кто ты там? Какой строитель, шахтер, ты что? Я вижу, у вас тут есть... Ага. Нет, не помогает. Ладно, рискнем. А где звуки? Это фальшивое мне подстроили. Подсунули. Эх. Ну как? Ну как? Дела-то? Никак, замечаю. Так, ладненько. Ладненько. Знаете, какой у меня хитрый план есть? Ах, я сам даже не подозреваю о нем. Раньше не подозревал. Итак. Называется посылка. Как ссылка. Понравилась шутка? Какой-то это дурацкий шутник. Ну как дурацкий? Не всегда хорош, просто бываю по-разному. Ты ищи, получай. Кажется... Ладно, я понял, что ты уже очень ловкий, меткий и так далее, но не надо же меня забивать так прям сразу. Используем хитрый план, в смысле, как всегда. Что же ты такой наглец-то? Ну, попробуй спастись от тебя. Гаденыш противный. И что? Ты рассчитывал, что ты сможешь схитрить? У нас тут небеса. Понимаете, не без беса. Ну... Сейчас мы тебе барана бросим. Свежевыжатого, наверное. О, барашек ушел за мной, видимо. Пошел ко мне. В облаках утонул. Ну? Что за чушь? У нас попала ракета. В меня, в мой кораблик. Как видишь, ты со своими неудачными попытками не удался. Потому что ты тоже не удался, неудачный. Но в то время ты будешь уничтожен тоже. По крайней мере, вниз брошен. Ранцев не осталось. Твоя неудачная попытка сделать круто, красиво, это что ли там хотел ты сделать, теперь ничего не выйдет. А я не хотел, я просто пошутить решил, видите, как смешно получилось. Овечка прыгнула. Слушай, это не шутка, это просто дурак, неудачный, неудобный, в смысле, как тебя назвать, неумеха, наверное. Посмотрим, посмотрим. Что же это за скользкие поверхности-то, а? Не знаю, бумеранг сработает, но вряд ли какой-нибудь... Вряд ли у тебя что-нибудь выйдет с этим бумерангом тупорылым. И что это, чушь-то, по-вашему? Что-что, воткнулся в землю, будем ходить по нему. Дурак, что ли? Ну ладно, посмотрим, насколько... У меня есть еще всякого, всякого. Давайте избавляться потихоньку от твоих друзей. В смысле, от тебя. Друзья-червячки. Видите, я тоже шутить могу. У меня лучше, конечно же, шутки твои дурацкие не получаются у тебя. Посмотрим. Какая чушь. Ну ладно. Знаешь, что ты не учел?
Хоть я и крутой такой, но смотри-ка, что у меня есть. То же самое. Абабам. Сейчас на тебя спросим. Хотя тут как получится. Ха-ха, повезюнчик. Или не повезюнчик. Просто если сверху попал бы, то в бочку врылась и бабахнулась сразу бы. А ты какой хитровезучий какой, да? Да, заметь. Я хорошую идейку посоветовался с этим бункером. Бункером-уничтожителем, ну. Давайте от твоего избавимся и так далее. Закопать до смерти. Да. Кстати, тебе что-то маловато шуток, шутничок. Ну, допустим, я взорвался от страха. Это тупая шутка, не шутка. Ну, бывает, извините, на самом деле я обманул себя, у меня... Я пошутил, что у меня имя шутник, на самом деле. На самом деле нет. Ох, ты ж черт возьми. Какое твое настоящее имя? Какое? Я снова пошутил, на самом деле шутник, ладно. Ну вот, ладно, это твои лучшие шутки из твоих, да, значит, вот больше никаких других нет. Да, жалко, извините. Не будем извинять тебя за это. Наверное, там ослик лежит, да, я знаю. Мина. Ну, мина будет у вас в голове. Это ты что? Извините, я просто времени нет, пошутить было. Слушай. Сейчас тебя схватит, понял? В смысле схватит? Ты дурной, что? Какие схватят? О, нет. О, нет, ты слышишь, что происходит? Извини, я не знаю. Сейчас мы разберемся. Значит, у тебя много здоровья, у меня нет. Проверим, насколько я ловок. Так, а ну-ка, нет, сюда не надо лезть. Сюда осторожненько будем. Не лезть. Не лезть. А ну-ка. Через один раз, заметьте, написали. Проверим, насколько ты хитробок. Так, для начала, я думаю, попробую меткость свою потренировать. Атинам, бабам! Ну блин, утонула в облаке. И вот и тряска начинается. Как видишь, я успел уйти и не спрятаться от этой чуши дурацкой. От этой чуши не выбраться, как вы думаете? Я думаю, что можно выбраться. Пойдемте копать все же вверх. Банана-бомба будет тебе, бабах. Если я не сделаю лучше, бабах, чем ты. Сейчас ты увидишь. Все. Ах, вот оно как. Ладно, может, я еще и смогу. Ты? Извини, я таймер забыл поставить. Видимо, торопился. Ну что это за шутка такая короткая? Понимаешь, шутки надо длительные делать, так забавнее. Нет, извини. Вроде у меня не бывает шуток. Что за... Что вообще такое шутка? Ты дурак, что ли? Ладно, давай свою бананку. Ха! Вот это я, конечно же, молодец, меткащий. Меткащит какое-то мое имя, прозвище. Чемодан меткащит. Ну, называйте меня теперь таким. Наконец-то! Ого! А кто знал, что мы на Луне? А мы даже не на Луне, мы просто здесь. Итак, наконец-то мы готовы разрушать. Я крушащий все, разрушающий всех, уничтожающий кого-либо еще, зачем-нибудь, как-нибудь, каким-либо любым образом, но не всяким, а разным. Вот такой я лучший, как видите. Ха! Не получилось. Здравствуйте, я командный игрок. Так, командный, мы все в команде, здравствуйте. Но мы
мои главные фразы — это я командный командник. Собственно, мы должны все быть все вместе. Итак, давайте-ка, мы будем командничать. Все червячки в одном месте собираются. О, как прыжки мы хорошие делаем. О, бабам, осторожнее, так. Наша база будет тут. Ого, вот это прыжок. Так. Так, давайте сразу же защиту поставим от всяких там недотёп. Отталкивающий магнит. К черту всех, как говорится. И будем здесь сидеть. Ага, вот оно что. Ну как хитробоги такой, а? А я такого не терплю. Я сейчас взрываю и убью. Полетел. Сейчас мы будем тебя разрушать всех сразу. Готов? Нет! Ха. Чё такое? Вообще что ли, а? Вообще что ли? Ой-ой-ой-ой-ой, ты чё? Что за чёрт? Ну-ка все вместе. А ну-ка. Как же так-то получилось-то, а? Нет. На месте вот. Командность. Командная всякость. Все вместе почти. Ну, один там далеко, но на самом деле он близко. Так, так, так. Ах! Здесь не слишком урон падения будет. Ладно, ладно. Пшо, как тут хорошо-то летать, смотрите-ка. Сейчас я разберусь с тобой. Вот мы такие наглые, на вашу базу заберемся, бомбу заложим. И спрячемся тут, вы же знаешь, я что не пойдешь. Ха-ха, и все снова разбросаны по всему миру. Ну как бы мы с группами все находимся. Да-да, конечно. Якобы, на самом деле ты два там, и все это вы отдельные. Опа-пам, ух ты. Сейчас я полечусь. Ну как-нибудь, надеюсь, безопасно будет. Оп. Хе-хе-хе-хе. Ты что там, совсем что ли офигел, да? Сейчас мы тебя это засуперовчим. Жалко, конечно, не совсем так, как нужно было, ну ладно. Покажи себя. Да-да-да-да, думал просто, ну. Ничего, сейчас мы все к тебе придем, будем уничтожать, разрушать мгновенно. Что там еще нашего крутого есть у нас в арсенале? То. Оп. Действительно, хоба-ба. Сколько ранцев у меня? 4! На каждого члена команды по одному. Ну что, дружок, вперед, ваши ящики мои теперь. Ах. Жмяк. О, какая красота, смотрите, что мы нашли тут у вас. В смысле, не у вас, но... А, так это ж турелька. Ну что ж, я защищен. Смотрите-ка, кто-нибудь из вас подойдет, и вы будете расстреляны. Хе. Вы понимаете этого? Ох, действительно, ох ты, как раз мой командник, в смысле мой еще один хитробокий. Так, но я знаю хитрость. Сейчас, чтобы добраться на наших союзников, нужно... Ох, какая гравитация, ёшки-ка... Капусты. Что же это такое? Не особо понятно, как правильно здесь ходить. А! Что за чушь? Оно само из воздуха появилось. Так, так не бывает. Конечно, бывает. Конечно, бывает. Сейчас полетели на нашу базу. Теперь это моя база. Хотя, конечно, база не пользуюсь. Мы тут, ну как бы, база врага, наша база, как говорится. Знаешь, кто говорит? Конечно, не знаешь. Чё ты? Идиоты. Ха. Ну, пожалуй. Сейчас мы тебя. Как я понимаю, бросать уже слабо, чтобы... О, метка боки. Ой, ой, ой! Ох!
бывает. Вот так взрыв был. Да что ж это за чушь? Что за чушь? Зачем вы мне показываете это? Думаете, я такой... Вот просто, блин, вот... Если бы там был ты... Со своими командами, блин... Конечно же, было бы хорошо все. Ну-ка, пропустим эту чушь. О, теперь у нас снова есть... Ты говоришь, что турельку поставить. Ну, давай поставлю тоже. Чтобы безопасно было у нас на нашей базе. А то всякие бомбики взрывают все. Да чё там-то, если можно прям здесь... Ох. О, как удачно, смотрите. Запрыгиваю, ставим турельку нашу безопасности. Синяя, заметь, цвета нашего. Пойдемте отсюда к черту. Ну, в смысле, вниз. Так. О, какой я даже не... Чё ухмыляешься, червячонок? Так, вижу, ты там был. Последний ранец, последний... Боец. О, по-моему, какой крутой, смотрите, облетаю вокруг. Я хотел круто полететь, топлива не хватило. Зато я у вашей дурацкой турельки. Сейчас будет мой ход, и я ее... О, нет. Уничтожу. Да что за чушь, да, вы спросите? Идиоты командные. Ну-ка, так. Слушайте, турельку я свою уничтожать не буду, поэтому тебя тронкой тоже не буду. Нужно бы это, что? Выруливать из ситуации. Как же нам выруливать-то? Давай начнем с этого идиота, который верховой. Так. Слегка выпустить. О! Какой же я молодец-то. Ах ты, мин! Блин! Ах ты, чушь какой! Ах вы! Смотрите-ка, провалился червячок. Сейчас будет мой ход, и я соберу этот чуть-чушь. 25 здоровья прибавлено. Как с тобой тут дело делать? Ох, точно, барашек. Прыжок высокий, смотрите, какой барашек крутой. Прыгай, барашек. О, какая удача-то. Могилку взорвал, не тебя. Могилка батучистость. Ну, ладно, посмотрим, что мы сможем сделать теперь. Так. Ух, ёшки, картошеч... ...ный салат. Сейчас мы посмотрим. Ты тут не наглей, знаешь. Чтобы ты не наглел, мы тебя вот это вот... Думаю, попробую сделать как-то вот так вот. Ой, прыжочек ненужный такой вот. Так, и... Моя команда! Мой червячок! Не надо так! Что это такое? Ракета! Ракета, тебе в помощь! Сейчас прорвёшься! Какая неудача для тебя! Ох, нет, слишком высоко! Что? Кто турель? Ха-ха, турель не поможет тебе! Турель, кстати, разъём это с боком! Смотри, турель поворачивается в другую сторону. Да, блин, не поворачивается. Во-первых, самым главным образом, спасем себя от турели. Теперь турель не заметит меня в своих прыжках. Ха! Хитрый, как видите, я очень. Не слишком, конечно, но достаточно. Вы так догадались, кто я? Конечно, догадайся, я вам рассказал, кто я. А теперь, командник, блин. В путь давай, отправляйся. Ах, ну конечно, надо отправиться. Нашу команду нужно всех в одном месте держать сейчас. Турелик не осталось. В таком случае возьмем это. Это, знаешь, секрет. Мать. Убираемся прочь, как видите. Ах! Что за чушь? Вот тебе, получил, вниз упал. Думаешь,
Ты такой бог хитрый. Не надо показывать каждую вишневую бомбежку, в смысле, не вишневая бомба, а банановая, конечно же. Сейчас мы взглянем. Так, во-первых, я устаю у твоей турели, да? У твоей турели есть лишь 5. Ха! Как видите, тупо как-то немножко. Ну ладно. И нафига мне барьер этот нужен? Ну, что за чушь? Опять выброска. Упс. Как видишь, в твоей базе, да? Всякий мусор попадает. Ну, как бы это мне помогает? Да не помогает. Так. И барашек не поможет, и никто еще иной. Ладно. Набираюсь-ка я наверх. Знаешь, что значит тебе не повезло? Это значит, что тебе вообще конец. Рядом с нашей базой. Граната тебе пришла. А я в безопасности возвращаюсь. Какой же ты живучий, многоздоровистый. Как видишь, наша база зла. Вместе мы все тут. Тебе не победить какими-то мы отшельниками, которые все рядом стоят. Думаешь, не победить? А как насчет того червячка, который без базы? Ну так он без базы не ушел, не успел дойти, как видишь, вот ему плохо стало. Ладно, тебе надо не добраться, взорву твой ящик дурацкий. И все. Мы тебя по отдельности взорвем. У вас каждого здоровья-то по чуток. Сейчас будет конец, браток. Видишь, все мы в команде работаем. Будем только тут вместе прыгать. Ну что, твоим способом, да? Один выстрел, второй выстрел, как говорится. Раз попал. Удивительно, но криво, но попал. Видите, здоровье снеслось. А чтобы ты, дурак, не лечился, мы взорвем и аптечку, ну и тебя заденет взрывом. Получака! И уходим на базу, главное. Самое главное, находиться все в одной базе. Потому что это наша счастливая жизнь на базе. Да, догадаю, как сейчас у меня опять мусор ко мне летит. Как красиво, да? А вот то, что ты на одной базе... У меня тут двигатель остался, оказывается. Так видишь, ваша база чем плоха? В том, что бабахнет можно всех слегка, легко. И здоровье подсобрать, как вы видите, опасно. Ты дышь вам всем. Вот в вашей базе и пришел конец. Тот, кто был здоровый, самый, тот на мину наступил. Что? Всех сразу? Ты думаешь, это смешно? Никакой команды. Будем биться по отдельности. Как видите, взгляни на мой крутой полет. Какие-то точки показываются, это, видимо, ложь. Как вы думаете, кто молодец в этом случае? Только лишь я. Вот оно, как делать-то надо.